Всероссийский фестиваль «Страна. Театр. Школа» открылся в Приморье. Мероприятие организовано в рамках регионального федерального проекта «Творческие люди». Фестиваль проходит на большой сцене Владивостокского дворца детского творчества. Театральные коллективы и студии подготовили спектакли в разных жанрах – драма, мюзикл, балет и других. Свои постановки они демонстрируют профессиональному жюри из Москвы. Сначала мы оцениваем какие-то базовые вещи, да, то есть это умение общаться на сцене, это умение детей держаться, это, конечно же, звук, это оценки, пристройки, все по системе Станиславского, да, и потом уже каждый из жюри, членов жюри, опирается на свой личный вкус субъективный, который тоже имеет место быть. Воспитанники заслуженного коллектива Приморского края образцового детского театра студии «Сорванец» Пожарского округа на очный тур фестиваля добирались 10 часов на поезде. Ребята привезли две работы – фрагменты из спектакля «Сказка о мертвой царевне» и «Многоточие». Нашей студии в прошлом году исполнилось 35 лет. Для нас абсолютно не важно, чтобы дети выходили из нашего театра, приобретая профессию актера. Для нас самое главное, чтобы они были культурными, воспитанными, коммуникабельными, уверенными в себе людьми по жизни. Перед жюри стоит сложная задача из 14 детских коллективов выбрать всего 3, которые получат право поехать на финальный тур в Москву. Напомним, организаторы Всероссийского фестиваля «Страна. Театр. Школа» Министерства культуры Российской Федерации совместно с Ассоциацией музыкальных театров при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края. Анна Дьякова, новости на Восьмом.